Сегодня 18 июля 2017 года, вторник. Мы на первом мостике, вчера не окончена была здесь дорога. Она корытом была, и по ней вода текла, и русло делало. Мы попросили сделать, чтобы она была выпуклая, вода стекала с нее. Наклоняет его нож. 17 тонн машины, говорят, 18. Вот он сдвигается сейчас назад, выравнивает, сталкивает бровку и уходит. Практически, ну, у него получилось это. Теперь все будет вытаптывать, удавливать. Ну, должна прийти заправка. Вот озеро, наше первое мостик. Вода теперь тут поднимется. Если камнем выложили, до какого уровня вода пойдет, когда не получилось, как до уровня воды. Вот не на уровне воды, на полметра выше получилось. Потому что ниже не стала принимать. Вода не ушла никуда. Это надо было делать преграду, воду выкачивать, а потом туда загружать кирпич. У нас ничего этого нет. Мы ничего этого не можем сделать. Поэтому воду всю кирпич туда. И вот получилась ровная полоса. Это под ней. Это сделали для коров, чтобы проходили коровы. Сеном засыпали и сверху. Это для воды не нужно. Вода часть смоет, камни остаются. Но это немного. Тут вручную можно сделать. Слой здесь не больше 10 сантиметров. Вот она выдвинула. И которая у нас тут жердь была прямая. Ее, ну, трактор-то давил землю-то. Проволока натянута. Я решил ее разблокировать, убрать. Вот она как ее выгнула всю. А если его проволоку не убрали, значит, порвало ее и все, камни пониже, повыше идут. Ну, короче, так, полметра это определенно выше задуманную. Но от нас дальше ничего не зависело. Все вчера уложили. Ну, а потом они резинка, это пойдет вода, что-то смоет, грязь эту. Это так достаточно. Говорят, она не вместится, пойдет туда. Может быть, и пойдет. Таким широким потоком может пойти. Ну, а дальше что? Видно, что это возвышение. Это перед перестройкой возвели вот такое насыпь. А сейчас все это разбирает, размонтирует, и оттуда берем глину. Вот здесь коров поет. Проходит. Вот он показать теперь идет снова. Я положил палки, за них не заходить. Так и делается.